Это герой нашей семьи. Прадед Свинарев Яков Гаврилович. Он погиб на Великой войне, на Курской дуге. Когда моя бабушка спрашивала своего папу, помнит ли он своего отца, в ответ слышала такую историю. Когда отца забирали на войну, и в 41-м мне еще не было 4 лет. Живой отец запечатлен в моей памяти единственным кадром. Помню только, как солнечным днем, когда мать была на работе, во двор прибежала взбудораженная соседка и со словами «Яшу забирают, они сейчас на вокзале», схватила меня на руки, посадила на плечи и побежала почти через весь Ростов на железнодорожный вокзал. Помню, на вокзале была огромная толпа. Тетя Нюся нашла отца. Он прижал меня к сердцу, а я попросил его: «Папа, покажи мне ружье». Отец растерялся, отвечает: «Да ружье-то у нас одно лишь на 25 человек. Сейчас найдем». Послал кого-то за ружьем, нашли, принесли, показали мне оружие. Помню об отце только это. Да еще те яблоки, которые он каждый день приносил мне, возвращаясь домой с работы. И балалайку, на которой он был играть большой мастер. Мы всегда будем помнить героя нашей семьи, Свинарева Якова Гавриловича. Это единственная сохранившаяся фотография.